как-то опасно. Не Надо зря. Ну, отбегать. отбегать Надо заранее, я это буду да анонсить, за 10 типа. секунд надо отбегать. А вы тогда остались и сдохли, не убежали. От кого отбегать? От Олма? В остальное да. время милики стоят в проходе на ранже 10 друг от там друга, потому желательно что так, чтобы вас достали силы. Вы собак сливаете или что? Красноязычие надо. Красноязычие собак мало, они сами сливаются кливом. Ну ладно, сейчас глянем, то я не знаю, как бьете. Если косноязычие, то собак выходит мало, собственно, потребности. Там, короче, в было, как мы упали. Олм, собаки. Короче, был, потом отбежали, и опять Олм активировался, и они во время каста подбежали. И сдохли. Перед появлением новых собак. И вайпнулся. Не знаю, какую ситуацию ты рассказываешь. Там есть такая механика, когда Олм активируется, вызывает 4 собаки сразу. Да, да, 4. И эти собаки, если по ним магии бить, допустим, 1000 магии, то эта магия в 3 раза увеличивается и превращается в отхил этих собак. То есть там нужно физуху их сливать. И в конце, когда да, с босса спадает... Зачем? Сейчас же с косноязвом собак можно просто... Да, вешать, ну так вот слушай дальше теперь. Значит, если вдруг Олм решит активироваться 2 раз подряд, блять, то на него повешается баф, который в конце коста длинного, который он дает, он просто каждую собаку по 10 тысяч сверху добавит урона по рейду, и просто упадет рейд. Так даже если 2 раз активируется под косноязом, он не успеет скастить каст до того, как пропадут собаки. Нет, да-да, там не знаешь, как будет? Он докастовывает каст, на нем исчез, и появился новый дебаф, и падает рейд. Не знаю, про что нет, ты рассказываешь. Нет, нет, там, блин, ну я убивал уже миллион ну, раз. Ну ладно, давай просто посмотрим. Просто вешаешь косноязь перед ласт кастом, ну или, блин, с full time up time коснояза, и вот открытие Олма, на нем есть дебаф, правильно? Там да, минуты. Да, мы, наверное, в разные рейды вот ходили, да, сейчас посмотрим. И в конце этого, в конце минуты, там, за 10 секунд, он начинает кастить жертвоприношение. Вот, и если перед жертвоприношением на нем висит косноязь, он кастит жертвоприношение дольше, чем свои, там, 10 секунд, из-за этого у него происходит закрытие, дебаф пропадает, собаки пропадают, он и он доканчивает жертвоприношение, когда уже 0 собак, когда они уже пропали по самой механике. Это баг, но, типа, таким вот багом сейчас все убивают, кто постранит. Есть такой момент, если он активируется повторно, то он может забагаться еще раз. Да, да. Даже если он повторно активируется, он не багается. Ну, просто он начинает в 2 раза больше вешать курсы, нужно декурсить рейд и все. Ну, рейд и так декурсится. А еще, может быть, он сдох и будет активен. У нас крош был 2 раза так. Это самонитиплис? Мертвый крош, короче, активировался 2 раза. Самое заебись это собак, 5 миликов хватает с головой. Хози, хули так грустно с рассеиваниями? Зачем? Это же потеря ДПС собаки играть. Так слова смысла нет. Мне интересно, почему уходит за прошлого босса только одну рассеивание. Ну, может, он себя решил снять, да и все. Не он был назначен на рассеивание на 3-й пати. Просто, может, быстро где снимали, и он не успевал тыкать. Пока мышка по экрану просто дойдет. Здесь будет очень до хрена, чего надо декурсить. Поэтому я хочу знать, какие-то проблемы у человека с декурсом или нет. Может, на 3-ю патию не кидали? Тут бы, кстати, котов получить. А, нет, вот у нас будет один. Один у нас пойдет медведей. Хейки запрягем. Хейки же нормальный скиллованный пацан. Поди спали. Понимаешь, здесь надо 5. Здесь на всю пати курса кидается сразу. Да, то есть знаю. Все 25 человек под курсой. Сейчас посмотрим, кто будет диспелить, кто нет. Так, давайте пока трэш бить. Вон у нас жрецы, им косты сбивать надо, громилу бить надо. Крикер сбивает косты, если что, звездочки, а снайп печеньки. Алана, Лена, вы квест взяли, следующий взяли? Да, я сбегала, ждала, взяла.
что за квест? Карагерс, цепочка. А что она дает? Вкусняшки. Ну, мы лично за урной на погибель бегаем в том числе. А где он берется? У входа. Карагер у входа. Да. Который начинается с мозгов Молчазара. Поделиться им нельзя, только взять саму цепочку. А, ну понятно. Сначала мозги, потом сюда, да? Да. Yes. Нет, там мозги, гнев, потом ой, эти. Зубраджин пришел. Ну, отправим пока на замену. Так, да, он просил хотя бы на замену. Так, Варчик, у меня, по-моему, ты на прошлом КД на слепоглазе был. На Киглере у меня уже стоял отморозок. Тоже есть опыт. Булкин, ты в сове 6 тысяч даешь. Да это я пока... Едем рыбу пока, товарищи тропешники. Интек, у тебя не слабый друид. Просто места для твоего друида нету. Поэтому. Сейчас. Просто на этом боссе надо как-то больше РДД. Погнали, быстрее, масло заканчивается, нахуй, с маской. Почему Details мне показывает не анименик, а просто, ну чё, аниме? Все равно мы его будем бить, полчаса будем бить. Отключи в настройках псевдонима, и все. Отморозок, ты знаешь, что делать, Сиглер твой, держишь его в ебине. Биг Дэмэдж, твой слепоглаз, держишь его в рамбе. По-моему, ты здесь был. Так, Олма у нас будет держать крекер в черепе. Айс Найт. Кроша подержишь в кресте. Рос, давай короля в луне. РДД у нас нет хантам, так что агро 5 секунд. Не бьем, пока я не скажу, дайте танкам набрать агро. Кто у нас ушел? Салом пополам. Что-то написал или просто сбежал? Вроде ничего не писал, я не вижу. Он с Ветвикс договорился поменяться и ушел из рейда. Все, вижу. Ну, блин, ребят, вы хоть инфу, давайте Реллу. Я на замену кидать буду. А, ему срочно уйти, окей. Шкаф, Локи, быстрее, блядь. Сейчас опять будут сидеть. Товарищи Локи, поставьте шкаф.
Анимоник, у меня к тебе дело ответственное. Красноярск покидать? Да, на Олма. Ладно. Увольни на ХП, не забывайте кричать. Пай, если нечего будешь делать, можешь слепоглазого красноязом делать. Анимоник, сними себя отсутствует, пожалуйста. Тоже хотел сказать. А то уже заебало мельтешить. Не-не, так хуёво. Не, ну Вуду хотя бы не пишется эта хуйня. Пускай так будет. Прикинь, если бы в такой хуйне хилить нельзя было челика. Мелики, если мы бьем не Олма, вы стоите тут в проходе на Рэнджай 10, желательно, чтобы до вас доставали хилы. И пытаетесь выжить. Говорю, играем в Олма. Подходите, бьете. За 10 секунд до конца активации Олма отбегаете. Потом мы идем бить короля, там тоже скажу, если что. Кроме топа, если что, побегает возле ромба, возле слепоглаза. Декурсеров надо. Сейчас я разберусь с вами, товарищи декурсеры. Отморозок у нас танк, его не тут. Булкин, твоя будет первая пати. Фай, твоя будет четвертая. Ну я уже сказал, что я хилю по фрейму хилбот, у меня не отображается Булкин, кто в пати сидит. Я сейчас скажу, как настроить по фасту. Давайте настраивать. Шкурки. Так, сейчас найду нах. Полосы. Заголовки колонки двигаешь на единицу. А где? Стоп, еще раз. Что, шкурки? То еще раз потом. Так, полосы. Двигаешь, где вот заголовки колонки на единицу. Заголовки жмешь и галочку ставишь. Заголовки. Заголовка что еще раз делать? В заголовках просто галочку ставишь на заголовке. Ага, и что еще? Полосы. А, понял, все, это ко мне заголовки только поставить, я вижу пати как бы. Ну все, заебись. Фай, два соска, хозе. У всех есть возможность декурсить. Ну я ж декурсил на магике-то. Как бы что успевал, то декурсил. Так же. Какую пати надо это? Про декурсировать будет, если что. Фай, четвертая. Булкин первая, два соска вторая, Хозе третья. Пятая, кто успеет? Синты, Хейки, Вадикон, по возможности. В какую фазу это все делать надо? Когда будет активен Олм, это будет череп. Когда объем Олма. Окей. На остальных вы, собственно, не напрягаетесь этим. Проверяю готовность. Минус ДПС здесь не так страшно. Ученик VTX выпили фласки. Так, РДДшники, когда активен крест, это у нас будет крош. Мы следим за своими дебафами. Если на вас дебаф, он ауешит. Вы отходите от рейда. Также на этой стадии отдельно ставим петов и тотемы. Отдельно от рейда, потому что на них дебаф кидается тоже. Если вы будете 300-400 к по рейду выдавать дамагу по-своему, я буду кидать КП. Ice Knight, можешь у меня масло взять. И еще, если вы переагрите кроши, он кинет вас за эту огненную глыбу, и вы тоже зауешите рейд. Так что не переагривайте кроши. Релогнусь. Так, надеюсь, всем все понятно. Бьем того, кого скажу. Сказала стоп ДПС, не дамажим. Так, вот. Короче, 10 секунд даем лучше. 10 секунд вообще стойте. Как только сагрится. Дайте танку время на агрить. Первое, ДБМ пул дается в принципе для танков. Вы стоите в центре и ждете.
Пока танки разведут боссов по местам, пока кто-то активируется, сразу не бьем. Если крош, то сразу дистанцию. Танк готовность все подтвердили, даю ДБМ для танков. Пять, четыре, три, два, один. Так, расставили. Пока не бейте, так, короля пока не... увели. Фиксим, держите со слепо глазом. Короля я просила в луну поставить. Бьем кроша, но аккуратно за дебафом следил. Не срывайте агро. Блять, не успел. Бомба от меня сейчас. Там хейки обратно пару человек положил. Да он же переагрил, и огненная глыба в него полетела. Фаули. Сбрасывай игру. Стопаем ДПС. Даем первый массейв крикер. Хилим рейд. Дал. Даем Волма, даем Геру. Войд. Собак напуливайте по возможности. Собак собирайте. Велики Олма тоже бьют. Собак ритеру собирать же? Да-да. Декурсим, ребят. Мага 2 у нас умерли, помогайте. Кто может, помогайте. Собаку забери. Не достай. Да, просто принес поближе. Да я вроде четвертую пальцы не это, не депризнул. Декурсить я успеваю. Ладно. Бля, нам хант нужен, пиздец. Стоп, ДПС, мелики отбежали, даем массы. На всякий. Вот собаки. Дайте ему докасовать, не подбегай. Теперь можно. Крикер забери. Собак тоже. Мелики можно бить. Декурсить не забывай. Кейки, живи. До той собаки не могу достать. Ну и не доставай, я подержу ее. А у нас много друидов, а ВР мало. Ну миликов можно не поднимать. Пусть поваляют. Можно. Если только РДД. Поднять Лока можно. У нас Лок лежит, а Фаура поднимите. Лока надо. И два соска. Отбежали, там... отбежали, милики. Милики, отбегите. А Акру дать? Стоп, ДПС. Почему? Так, они как он стою к стене, меня все равно выкидывают. Блять, вот они. Вот я про это говорил. Вот про это говорил. Рос, что скажешь? Что скажешь, братан? Я не знаю, у нас нет таких проблем. Он активируется, тогда есть такая проблема. У нас три раза, видишь, активировался. У нас активировался он по два раза. Возможно, проблема в том, что мы убиваем его за два открытия. Блять. Может, в этом. И... А что сейчас было? Мне кажется, я зачем кинул. Или проблема в том, что... Он просто активировался по стону, поэтому он не потерял свой баф, поэтому он смог докастовать. Смог докастовать. Короче, это баг на баге. Не, ну вопрос все равно нет, в том. Собаки не пропали. Собаки не пропали, правильно теперь сказал. Почему они не пропали? Я это баг? Не знаю. Это баг, что собаки не пропали или что это?
Нет, баг, что они пропадают, но типа этот... Вообще должны... Вот он не работает. А что вам не нравится? Я не знаю, типа... Залирать? Первый раз сработало. Вот, вот видишь, первый раз сработало, так работает. А потом вот так вот будет работать, видишь, вайп. Нет, ну, это реже, вайпы бывают, чем не вайпы. Короче, самая надежная хуйня — это слить 4 собаки. Это несложно сделать. Это вообще несложно. Это надо, блять, больше... Не меньше, не больше 20 IQ, мне кажется. Просто убить 4 собаки физухой. И все, и никогда вайпов не будет вообще. Вот убить. Они там клеваются спокойно. Мелики, да. Бьют олма, они могут заклевать просто этих собак. Только главное, чтобы РДД, когда били олма, они ешки не давали никакой магической. Так, я зависла. Иначе они отхилятся. А паладина магическая считается? Ну, буря. Лужа магическая, блядь. А буря? Буря физурон. Ну, печати, у тебя все магические, паладина нельзя бить. Джага тоже вроде бы магии отмолять. Ну, повиновение нельзя, ну да, нахуя еще нельзя паладина. Ну, из физухи отходить за 10 секунд до конца его активации. Ну, я их нахерачил, лям нахерачил им сам этим. Да, можно типа в олма, ой, в собаке играть только если условно вторая активация олма и все. Вообще вторая не знаю, или впервые, впервые я сталкиваюсь. Ну с так, этим, типа. Так вот смотри, вот что одно из двух лучше, играть на авось или играть всегда убивать с первого трая, что лучше? Тут на авось, типа до этого да убивать не, на авось с первого трая. Не люблю такие тактики на авось, типа, а, блядь, повезет. Это не на авось, а это так, не на авось, ну, так сейчас всегда убивали с первого трая. Ну вот, это на авось случилось, вайп. Тактика-то рабочая. Короче, можно без вайпов если... проходить. А еще можно не флудить в рейде. От там вас что? Только шума, ребят. Да пукан что-то сгорел с этой хуйни, что упали. Ну, бывает. Фласки масла обновите, пожалуйста. Проверьте, у а кого у нас бить будет этих? Ну-ка, ты там где-то были? Кот хорошо бьет. Нету котов. Там три роги и один вар, и все. Ну вот кота. Я сейчас спекнуть. Спекнуть кота. Сердым. Рыбу поели, разбафались, фласки выпили, масло намазали. Собак кливаем, если он активируется второй раз. Активнее по ним чуть-чуть. Их выходит немного, потому что он постоянно подкастный язык. Должны успеть даже без прямого переключения в них. У вас достаточно урона. Нет. 4 человека только их могут бить, и все. Собак могут бить только 4 человека в данный момент. Понимаешь? У нас же вагон меликов был. Ну они магией бьют, говорят же тебе. Ну нас роги могут бить. У них же яды не считаются магией. Или считается тоже. Вот три роги и вары, все. Больше никто не бьет. Ладно, спекнусь обратно в кота. Раз тут проблемы такие. Кулак под рейдом, дайте паладин. Я вижу 4 пала. В зеркале, Хейки, в зеркале. Шапу. Проверяю готовность. Готовность все подтвердили, даю ДВМ пол, напоминаю, что он для танков. 5, 4, 3, 2, 1. Не бьем. Подождите. Так. Отведи его подальше. Тиглера, ребят. Аккуратно, следим за своим агро. Можно бить. Так. Ученик Трала. Сальву на Вадикона.
Алана на хейки кинь, Сальва. Так, кто еще остался? Стоп, ДПС дали массейв, прохиливаем рейд. Пять киглер. А если на это следующий будет твой массейв? Рос, можешь на хозе кинуть Сальву? Вроде нормально все. Ученик Трала, подойди чуть-чуть поближе, не так далеко, хилы не достану. Расстояние держать, но не так далеко. Ты вам назначала, кто первый, второй, третий, четвертый? Да, я сказала, что следующий пацанец будет айсмен. А у него нету, у него три. Блин, значит Рос следующим даст. Стоп ДПС, сейф. Рос, дай массейв. Ирония, дай гимн. Я полежу, не рисай. Малет, вам сбивайте, пожалуйста. Ну, киглер откидывает. Смотри, насколько далеко ты от него стоишь. Вот. Вы чуть ближе подошли к киглеру, поэтому откинула. Бьем пока слепоглаз. Пауэр у нас же жив. Значит, танки можете на себя бурсты отдавать, которых танчите неактивно. Стоп, просто. ДПС дали массейв. Есть у кого-то вообще? Массейв на присте зачем? Все, крикер дал. На присте его не дают. Насколько я помню, если он докастует, тут довольно дофига урона. Так он сбивает с каст. Он какой-то сбивался, какой-то нет. А это нормально, то, что вот этих собак он призывает по одному? Да-да, пока не активный, пока не активный, он двоих только призывает. Ну, одну призывает. Да-да, по одной призывать, правильно. А когда активный, он четверых сразу дропает. Так, что у нас еще по массивам вообще есть? Только три получается, Рос, Алана, Крикер. Бэкнэм от Швара, я не помню, у тебя есть 4-4, нет? Нет, нет. Стоп, ДПС. Массейв надо. Лена, дай гейм. Кто-нибудь из друидов в спокойствии. Чини к себе хиль. Живем. Кто опять? Опять киглер. Добьете ли? Нет. Давайте попробуем. Нет, не стоит. Нет. Стопаем ДПС. Сейф надо. Айс Найт есть? Ну, у него нет. У меня откатило. Сакра. Да. Прожимать нет. Не услышал, да? Нет. Живем. Слепоглазая игра.
массы, кто там? Один только, я только один прыгнул. Крикер, да. ДПС, папа. Все, да. Крикер, да. Все нормально. А кто там активен? Не пишет. Бред какой-то. Вообще баганулся. Да, пропустил. Крош живой. Он жив. Блядь, все. Все живы, стоим, ждем. Народ. Стоим, ждем. А как понять, что они активируются? А там на них баф такой белый появляется. Рядом с рукой. Короче, несокрушимость пропадает с них. Ну залейте собак, пока у вас там ДКшку пробивает сильно. А это не собаки прошибают, а дебаф магии. ДКшка, а ты не скидываешь в себя дебаф? А как? Зеленку нажми сейчас. Ну, нажал. Это получается под конец каста, да, ее прожимать? Да-да-да. Перед тем, как новая навесит. Кроша играет. Крош, за дебафом следим. Раз в дистанцию бежите, сбежались. Право, у кого будет огненная бомба, отбежали от других. Крикера сейчас хильте, 10 секунд. Расстояние между собой, милишники. Все, сейчас брошу. Сывы у кого есть? Огненную ауру поставьте. Ученик трал, огненную ауру поставь. Через 15 секунд будет сакра. У Розы сейчас есть сакра. Стопаем ДПС, Роз, давай. Прожимайся, ДК. Айс. Сантека подниму. Пять крош. Плохо. Я аниманик умер. Пусть второй покидает Красноярск. Вам надо топ резнуть или кто там взбивается слеп по глазу? Или сам вар сбиваешь? Молитву вот эту сбивай? Или что там сбивает? Да вар вроде умеет. Я все. Ну все тогда. Вадикон, Берни, если что, аниманика, если есть. Да, РДДшников надо. Бойту дайте, Иннер. Шаман. Он же как хил сейчас. Стопаем ДПС, массейвы. Да, сейв. Кикера, кикера. Дал. Вол мы играем, Геру. Заберите собаку. Этот Айс может тоже забирать. Первый платье. Геру, Милики тоже играем, собак. Одна из вещей висит, да, на нем? Угу. Вы собак не убьете, у вас два Милика мертвых. Хрену. Понадеемся, что не активнится еще раз. Это есть еще и нора. Хотя бы один. Один должен быть у вас. Народ, у кого есть Тиннер? Дайте повойду. У Булкина есть. Нет, я давал, я же кричал. Дайте. Сдаю кто-то. Гимноману. Могу потом заявить тоже гимн. Жертвоприношение. Милики отбежали. А кто сейчас? Ну, теперь залейте собак снова. Да, теперь собак надо бить. Народ, бьем по собакам. Надо на одну метку ставить, там череп, череп. А у вас череп. Миликов не осталось живых, чтобы в собаки играть. Ну хотя бы одну-две убить. Ну все, это если сейчас Красноярск не сработает, то вайп будет. Зависит от того, кто активнится. Бодрее заливаем босса. Но тоже не зальем. Не, мы как-то били, и он постоянно он был.
Отбежали. Милики, отбегите. Стопаем ДПС. Сахару дать? Да. Да, давай. Джиджи. Живем. О, пропали, кстати. Странно. Опять ни на кого не кинулся баб. Стоим, ждем. Это он прошел сейчас или нет от него? Босс нам помогает убить его. Да, прошел, прошел. Просто собаки странно пропали. Блин, дай пока гимноман. Ой, блядь, что за хуйня? Ну, чтобы он при всех живых боссов ни на кого баф не кидал, это я, конечно, здорово. Первый раз вижу. Спасибо, Ле. Дайте синюю джагу. Дичь какая-то. Синюю джагу на Волма какой-нибудь пал. Вы можете короля побить. Да, лучше да, короля. Или в крайнем случае, если по глазу, можно ковырять. Король, не, если по глазу. Ну да, короля лучше. Там пал стоит как раз. Короля уеши. Тут тактика похожа на принцев из ЦЛК. То, что они, ну, они там меняются, здоровье, а тут... Волма играем, ребят. Красноязычие висит, да? Угу. Все это. Да, висит. Где курсим, не забывай. Два иннера не в КД еще. Дайте иронии, если так у кого иннера не в КД. Отбежали, миники. Сейф надо. 6 секунд. Акра есть. 4. А я не зыбку дам. И меня прожмёт. Не зыбка тогда только. Кроша играет. Ух, как. Закиливаемся. Потому что... О, кроша. Дистанцию, миники. И РДД тоже дистанцию. РДД аккуратнее в сторону тигрера, когда отбегаете, он скидывает. Так а у нас хилк, если по глазу никто не кикает. Я кикаю, кто не кикает. Да? Поэтому он кастует все подряд сейчас? Исцеление сюда кастует. Вот, молот надо чилить, отбивался все. Молитва кикается, точно не обязательно. Все, ладно, окей. РДД бафы. Следить. Выноси. Массейв. Массейв. Топ ДПС. Ладно, есть? Есть, да. Всё. Прохиливай. Ол, мы играем. Это назначение мусит. Наверное. Вторую пати продекорсить. Все, вижу. Не зыбка 14 секунд. Отбежали. Стопаем ДПС, милики отбежали. Сакру дам, если успеет откатить. Слепоглаза, ребят. Пиздец. Я не зыбку дал. Вот как понять, не, да? Это псы опять убили. Вот как где это понять, да? Вот как такую хуйню понять? А вот сейчас как? Потому что они не пропали, псы. Ну, конечно, яс я кинул. Там было. Так вот, видишь, Рос, сколько мы тут травим? Два? Так что, мы могли залить собак? Ты видел, мы пробовали залить собак? Хватило ДПС? Да там... Или что ты сейчас предлагаешь? Там, я предлагаю, ну смотри, Булкина в кота. Это физурон чистый. Ну, ты видишь, вот сейчас пробовали залить, не хватило ДПС. Ну, нужно надеяться на удачу. Давай дамаг собак линканите. Кто их бил и чем бил? Потому что... Коте бил.
по этим собакам постоянно выешкой. А может очередь... из-за того, что как раз челик приручил собаку, она не пропала? А, он... Да, может быть. А, он в коте был, Булкин. А я не знаю, кто еще тогда. Мишутанка? Челики вам скажут, мы не первый раз тут собак мы не били, в принципе, нормально. Нет, я не понимаю, почему они перестали пропадать? Может, это реально из-за того, что он приручал их? Может, потому что поменяли, а тут же что-то перерабатывали, может, заодно собак переработает. Блин, да они не пропадают раз, через раз. Как, какая у вас это? Ну, типа, это не механика уже. Я такую хуйню уже много раз видел, типа, ну, не знаю. Рыба пока едим. Не знаю, что это. Четвертый пати. Четыре раза уже сказал, никто не слышит. Чего? Мага, четвертый пати Фауи, замените. Надо уйти по делам. Ну, у нас притон есть, он притон, зубгарзин. Надо будет еще Айени взять на груле. Всем удачи. Ну вот мне просто... Пока. Извините, вот мне просто интересно, блять, вот физ урон, уроги, веер клинков, правильно? Да, ну вообще все у него так. Если вам нужен мелик с физ уроном, я могу вам перемешание в энхе взять. Вот у нас три роги, У Вет Роги 3000 этого ДПСа, он набил лям по собаке. У Топы и у, как там, другой... Блядь. Топа лежал. А, лежал, вот, блядь, в чем проблема. Я слабость, Топа не лежали. В основном я... Смотрите, еще и падают. А вот так, народ, давайте разберемся. Вам нужен еще мелик, или мы не будем ничего делать с этими собаками? Еще... Как бы я не припомню, чтобы такая фигня вообще была стабильно. Я такую хуйню по КД вижу. Не знаю, как вы в первый раз это увидели. Как до этого убивали? Так же, как сейчас били, или как? Да, спокойно так же убивали, без единой проблемы. Странно. А ДК собак уже спокойно режет, да? Абсолютно другим проблемам, в основном, потому что кто-нибудь кровь срывал. Притоны берите. В принципе, нормально, но иногда бывает уходит. Поставьте шкаф с умонем Бретона. Ну, как варик а будет. Вот ДК, который держит Олма, он захиливает собак или нет? Этим? Ну, то, да, захиливает. Ну, если лужу кидает, если доты на них раскидывают, то да. Ну, ты считай на 1000 урона, который нанес магии, 3000 отхилил собаки, блядь. Вот и посчитай весь урон. Я предлагаю поставить танк, который Киглера держит, чтобы он короля еще вместе держал. Вот, частицу у него, ну, если будет сильно бить его, конечно. И это, Мишку сместить на собак чисто. Что активируется волн, он чисто 4 собаки берет. Мишка стоит на Киглере, чтобы его не кидало в овцу. Ему там спокойнее всего, он там без проблем в ебенях держит. Никому не мешает. Ну, почему Мишку? Потому что у него физурон довольно приличный будет по собакам. То есть он и агро набирает, и физурон хороший дает. Ну, я бы так поставил. Очень теоретически на Киглера с королем можно ставить паладина с этим, с макросом. Чтобы если он в овцу, он, насколько я помню, в овца может прожать брабу. И сразу, чтобы нажал, снял и закрыл обратно. Но это рискованно. Там, в принципе, тот, кто танчит мага, может недалеко находиться, если вдруг на него кинет овцу, блядь. Вообще такого не должно быть. Киглер только кидает, на протопалов кидает. Только на протопалов кидает. Все остальные танки держат нормально его. Нихуя. А почему на протопалов? Неприязнь? Спроси. Ну, на Сирусе где-то что-то не прописали, что не видит он протопала как танка. Ну вон Вара, Вара же в танке, да, Вара ебануть на Кеглера с этим. Вара у меня стоит на слепоглазе, чтобы иметь возможность сбивать ему молитву. Ну и ДКшник. Еще вопросы? ДКшник постоит какой-нибудь. ДКшники стоят на Улме и Кроше. Ну вот, пускай Рос. По вполне понятным причинам. Рос на Кроше. ДКшник на Улме, ДКшник на этом, как он называется? На слепоглазе. И Мишка на этих тогда освободится, на 4 собаки будут вот эти. Он будет на них заебись агро сразу набирать, 3 роги напулят, кот зальют. Ебать, они там 3 роги, кот и вар зальют их. Ну просто, я не знаю, они стопудово их до коста зальют. То есть за минуту... Предлагаешь Мишку поставить на Олма? Я предлагаю Мишку... не изобретать велосипед. Давай, ну, давайте. Танка, Мишка в ДД. Похуй, я давайте танка. Еще разок. Интересно, просто 2 трая, 2 вайпа, первый раз такое вижу. Народ, есть тактика, по ней проходили. Вы сейчас пытаетесь что-то придумать. Не, короче, давай
отморозок в кота, я забираю кроши, а АДК идет, тащит Киглера. Там. Все. Айскнай, ты идешь... Ну, блин, понимаешь, вот именно, что на Киглера стоит либо паладин с макросом, который сможет снять овцу, либо медведь. Роз же только что сказал, что паладин, только на паладинов он кидает овцу. Вара поставить, на него не будет кидать овцу. Да на всех подряд он кидает эту ебаную овцу, в том и проблема. Ну если кинет, Роз будет стоять на кроше и просто стаунтит этого ебаного Киглера, и все заебись. Будет. Рош будет стоять далеко от Киглера, потому что Киглер стоит... Я танчил Киглера в овце, и нормально было все. Ну да, кстати. Но он на второго по агро срывается и начинает его яшку в рейд давать, там больно. Не, если он будет первый, а он навряд ли будет первый. Нет, второй по агро, когда на танка бросает овцу, он начинает бить второго по агро. А это обычная РГД-шка, которая в рейде стоит. Серьезно, есть рабочая тактика. Вы сейчас пытаетесь изобрести велосипед, переставить танк, проверить, будет ли оно работать или нет, когда вам говорят, будет. Что когда оно убивают может собак, не все работает. Когда убивают собаку, ноль вайпов. А у нас два вайпа. Уже не знаю, как так у вас первый раз такое получилось. Я такое не первый раз вижу. Когда я такое вижу первый раз. Когда танк превращается, это небольшая проблема. Вот когда нас вайпает, это проблема. Танк, превращенный в овцу, тоже может нас вайпнуть. Вот в чем проблема. Это рыбу ставили? Что-то не видел. Я да, весь бой протанчил в овце, блин. Нормально танчил. Давайте уже что-то делать. Серьезно, на пиздеж больше времени трать. Да не, убейте как хотите там. Ну, давайте третий раз сейчас вайпанемся, и тогда я зарылю. Если никто не против. Все, заходи. Мак, это, Мак, вернись. Погнали. Вернулся, почти. Кулак, обновите медведя. Ну, рыбу поешьте, у кого нет. Кулак, обновите друидам. Да, кулак. Вот. Кулак дает этот, ученик Трала. Ученик Трала, убери ауру защиты от тьмы. У тебя ну, присты в рейде три штуки. Каски у Роуза. Кулаки поставьте, ученик. Проверяю готовность. Сосредоточение, броня и огня. Все, вот такие ауры должны быть. Другие нахуй не нужны. Масла обновили. Кулак по рогам дайте, пожалуйста. По рогам, по варам. По дроидам, насколько ГП уже нет. Дайте тем, кто кулак дает, заебал, блядь, постоянно долго просим от кулак. Починитесь заодно, пока хламобот стоит. И реги докупить там. Скажите, блядь, какие варианты есть вместо великое благословение мудрости? Мне, типа, реген маны не нужен. Тебе нужен он будет на всех... Первый сейф Рос да. Дает, второй я даю. Третий Крикер, четвертый Лан. Угу. И что ты говоришь? Говорю, Лена, на всех крестов кидается крест. Остальные бафы на тебе, возможно, тоже будут, потому что у нас здесь достаточно паладинов. Не переживай. Так что он не занимает какой-то лишний слот. Он просто дополнительный этот бал. Хорошо, почему? Проверяю готовность. Кулак пусть даст. Ёбаный пал, который бафает, уже заебал уже. А у него не стоит кулаки. Да нет, там кто там бафал постоянно. Ну почему проебывает? И так, да блин, я бафал кулаки. Ну там мы уже начинаем материться. Товарищи паладин. Прекратили народ срач в рейде вообще. Я просто сейчас всем по сотне ГП кину. Ну как сейчас мы все проебаем? В прошлый раз, первого раза сразу в легкую. И бомжей было больше даже. Хоть и чужие люди были. Народ, я не шучу. Если не прекратится срач, я сейчас всем сотню кину. Поштучно. Вот не пожалею времени, сука, всем кину. Поэтому стопнули плут. Идем трай. Так, это вор, Арник, ты идешь на Киглера, получается, нет. Или как? Или на Киглера у нас идет Айскнайт, а ты на Кроша. Да, я на ДК. Ой, на Кроша.
Ice Knight, твой будет Киглер. Короче, держишь его как можно дальше от рейда, спиной в стену, чтобы он тебя не откидывал. Еще раз, а я что делаю туда? Кто где? Медведь что делает? Курит? Котячит. А, ну курит, да, то есть? Да. Будем собак бить. Курит, бьешь собак. В капу стою. Значит, крикеру собак не собирать. Да. Или собирать. Как вот решили на счет этого? Собак будете заливать, у вас сейчас чуть больше должно быть. Ну, крикеру собирать их или не надо? Да, собирать. Чтобы они возле тебя, чтобы их можно было клевать. Можно было их заливать попроще. Еще раз проверяю готовность. Отморозок, чего тебе не хватает? Кулака. Ударник, дай ему кулак, ну пожалуйста. Задолбали. Дали МП-5 вместо кулак сбили. Я не знаю, там между палами блин, сейчас все путается. Ампули пауэр, проверьте. Тебе дали кулак. Палы, проверьте поли пауэр. Вот лишнего человека просто начинаем уже хуесосить из-за баф. Погнали. На ходу будут давать, кому надо. 3, 2, 1. Далее Геру сыграли Волма, собак забиваем, декурсить не забывая. Хейки аккуратнее с агро. Я говорил же, да, Роуз первый, я второй. Крикер. Я третий. Да, Алана четвертый. Скорость декурс. Да, если на это не достаю хилом, кинь на нее и не вершите слова. Я убивает. И так потом на нем. Убивает собак. Священный огонь по башке. Отбежали милики, массейв. Косноязычие висит? Да, висит. Хорош. На станцию бежит. Забираем. За дебафами следим. Пью. Чё, собак пиздить, нет? Нет. Стоп, ДПС, даём массейв, я сдаю я гир. Я даю. Киглера играем. А пару миликов поднять. Вдруг колом будет потом. Вадикон, Берни, Булкина, Булкин, Берни, Святос. И все. Пока хватит, да. Да еще валяется один. Ребафы дайте. Массы. Стоп, ДПС, массейв. Дал. Лена, дай гейм на хп. Чиник умирает. Ребафнул тебя, кстати, вставшим. Продолжаем пока избиение Кеглер.
А сейф? Киглет. Опять киглет. Зырян, давай гимноману ставлю тотем. Короче, по сейвам еще. Лен, гимноману дай. Давай. По сейвам еще можно так. Первый с третьим могут одновременно прожимать. И второй с четвертым. Потому что она откатывается. Там можно гимна на хп, можно даже спокойствие друидовское. В принципе, хватает. Она как раз 2 минуты из своих откатывается. Оп, ДПС. Ты. Дал. Слепоглаз. Не бейте киглера, питомцев уберите. А, это бесконтрольный. Питомца вряд ли мы сейчас уберем. А чё, почему собак нельзя бить сейчас? Да бесполезно, на них урон уменьшен или нет. А нет, нет. А они пропадут все равно. Они когда по... 4... эти пропадают, 4 вылазит. Пока вот на боссе не сокрушение, но по одной призывают, они пропадают. Как только. Ну только 2 собаки получается. Как только призывают третью, последняя, которую он призывал, пропадает. А сейф даю. Стоп ДПС. Опять слепоглаз. Кузи, как ты набираешь агрона, Круш? Это баг. Это если он бьет его в закрытую, тогда набирается агро усиленно. Думаешь, это не баг? Так должно быть. Ну, такая механика. Массейф. Что там ДПС? Давать массейф. Да. А нет. Пять слепоглаз. Нормально везет. Сюда бьет его. Не. Вряд ли. Быстрее бы уже киггера там добить осталось первым. Там у вас у всех сейчас озарение есть. По иронии по войду дайте. Даю иронию. Стопаем ДПС. Давайте поаккуратнее. Киглер. Озер, хорошо. Сейф можно не жать тут. Ну да. Сейчас добьем. Отдыхаем пока. Ждем.
кроши играем. За дебафами следим. На дистанцию держите. Айс, отойди. Дистанцию отойди от рейда вообще. Да, нах. Масс сейв дать. ДПС стоп на гимнах опоздаю. Слепоглаза добиваем. Короче, Айс, можешь подойти к Олму и этих собак. Как будет только помогать переагривать. К Олму подойди там. Ну не сейчас, а когда там будут 4 собаки. Прям можешь прям встать в криги. Крикера. Пока отдыхаем, рядом. Никого не бьем. Можно пойти чаще на рейдов. Ну не. Может, Олма побить. Да я вообще Сантек тебе хотел дать. Его не видел. Давай, кроч. Хорошо, играем. Расстояние между собой. Дебаф выносим. Короче, сейв будет давать первый, третий. Но меня он сейчас еще не откатил. А, ну тогда я прожму. Ну, 10 секунд. А, успеет, успеет. Первый, третий, короче. Стопаем ДПС. Давай, на сейф. Лена, дай гим на ХП. А если не стопаем ДПС, что будет? Олм. Ну, у танка переагрить. Ну и сорвать большой шанс. Забирай собак. Айс, собак, агри. Не курсим, ребят. Вы это, череп ставьте там, собаки. А Гера нету? Давайте череп Геру, ставить. Да. Откатилась уже. Череп залейте, милики. Там крест. А не лучше было собак отвести от Олма? Либо Олма от собак? Ну раз два танка тут. Можно было так. Милики отбежали. Или... Стопаем ДПС, стоп. Все, собак, стоп, играем. Нормально. Сейчас они пропали. А это промышление еще не докастил. Их было меньше собак. Что убили? Все, выдыхаем, отдыхаем. Натурный босс еще. По времени он. Да. Поебень босс ебаный меня всегда бесил. Следующий не лучше, тоже месяц бить нахуй. Да тут... Ну да, если вайп от этого месяца. Но он еще проще, чем эта параша. Там три руки закрылись. Да-да. Ладошки. Так, скоро будет... О.
Я вот думаю, у нас вагон танков не отправить ли танков всех ладошки закрывать? Нет, только двоих надо. А нам милики нужны все равно. Угу. И бегать, и бить. Декурсить не забываем, ребят. Олма активно пинает. Перезалейте. Попробуем. А может успеем Олма добить? Да просто в Олма играйте. Да-да, в Олма. Давайте Олма добить. Да ты что, лям, я... и 30 секунд не успеем, стоп и ДПС. А, не успеем, стоим. Я пошутил. Я вот чего не понимаю, почему у нас в первое открытие Олму снесли 9%, а в последнее открытие больше 30 за сколько? За 35 секунд. Ну потому что первое вот били только милики, получается роги и кот, наверное. А все остальные почему не били Олма? Короля народ, ну, я сказали... массово. Стоп, лут. У нас вторая идет. Так, напоминаю, между прочим, почему столько флуда от вас? Нормально. Вы меня задолбали, башка уже от вас болит. Ну, у нас проблемы же были. У меня тут вас. Это повод флудить в рейде во время трая никогда не был. Ачивку дали. Идем дальше чистить. Че, пробегаем? Предлагаю зачистить. Беготня не сильно быстрее. Так что погнали. Упал, встаем, бежу. Тут недалеко.
Ну так здесь только один. А, нет, подожди. Главный танк и двое, которые руки закрывать будут. Спасибо за боб. Это было круто. О, сегодня же серия пацанов новая вышла, да? Третий сезон? Ага. Да что-то, блять, я вот так смотрю. Чисто абсолютно полный. Чисто для галочки. Господи. Я пока не могу прочитать это заклинание. Эх, не спасла дубовая кожа. И это только три моба, представь. А их еще 9? Не говори такие слова, ебать. Три громилы — это жестко. Хози, учитывая, что ты все битье трэша сидишь и ноешь про шмот, я бы поспорила, кто тут более бесполезный. Хози дал 13700, третье место показывает. Может, больше, раз у него есть время помыть в чате. Пусть займет руки чем-нибудь более полезным. Хози, сейчас я тебе фотку скину. В смысле не свою, блядь. Чем руки занять? Чтоб руки занял, да? Я думала, ты уже свою ему предлагаешь. Не, я не такой. Скорее, он должен быть не такой, нахуй. А таким голосом скажу, ну я не такой. Сука. А что за прикол? У них агро само по себе скидывается? Объясняю. Эти мобы делают рывок, КД не знаю какое. При рывке в случайного игрока в рейде они обнуляют свой агролист. И те дотки, которые на них висят и больше урона нанесут, на тех челиков они идут, то есть, соответственно, агролисту. Чтобы такого не было... Дам пометку, что стоять надо поближе, а не рывок самого дальнего кастуя. Ну, даже если в ближнего, то просто они лист скидывают. И чтоб... В ближнего проще забрать. Танки успевают. Ну да. Зачастую. Да, да. То есть тут так все. Лучше стоять поближе. Тут все от танков зависит. И три моба на каждого танка по мобу разделить. И вот когда он твой моб, которого ты танчишь, допустим, ДКшник,
хуяк сорвался. Ты нажимаешь таунт, и потом ЛПшку, и все. И на нем агро уже какое-то базовое есть. Дотки перебиваешь, там руник, еще ЛПшка, и все. И никто не умирает. Ну, хотя все равно он рывком убьет. Народ, встаем, не лежим. Я и без этого срываю, уже третий или четвертый раз подбегаю. Блин, этих мобов не бил уже, не знаю. Полгода. Так, что у нас по петам? Локи у нас все в дестриках. На Грула именно. Три пета локовских. Один демон. Что у нас по мага? Блять. Нет, демонов здесь нельзя. Булкин, ну ты-то чего? Ну ходил же, ну был же. Ну я за милишников, мне-то что? Просто дом для РДД там лучше. У демонов бесы бесконтрольные. А, ну да, точно. Закроют еще по несколько мобов. В руки. И что, вы всегда бьете их, мобов этим? Не впервые. Периодически. Мы обычно пробегаем. Мне кажется, мы бы уже траили. Хози, если бы ты читал чат, а не только в нем писал, то ты бы видел, что человек сказал, что ему надо отойти, пока мы бьем трэш. Ну да, бьем. На самом деле долго, уже 8 минут бьем. Да это из-за того, что видишь, люди упали, они же не сразу встают, им надо же сказать, блять. Поднимайтесь там, бегите. А это минус ДПС сейчас. Не видишь, но что-то осуждаешь. Хози, я тебя в ЧС закину когда-нибудь и тоже не буду видеть. Выебываешься сейчас больше ты. Очень много. Я могу решить, что ты больше, чем надо, выебываешься. Черепок возьму, а буду ему косты тыкать и переагривать его. Так что предлагаю Хозе тебе стопнуться и замолчать сейчас. Я Громилу подержу. А ты знаешь, кого-то крестику кикать каст? Один череп, один кресту. Крикер черепу. Айс Найт кресту, покикайте. Ну я Громилу держу. Че маги не в топе, блин, по-моему. Предлагаю молчать и дальше, а не косплеить темную леди. Я думал, темная леди это девочка. Нет. Там мужик. Все они просто жалкая пародия на Древобрюх. Не трогайте демон. Он вполне себе адекватный деревяха. И ой, почти приличный лок. Не надо их его оскорблять в сравнении вот с этими вот. Которые даже себя вести в рейде не умеют и уважительно относиться к сагильдейцам. Поэтому захлопнитесь, пожалуйста. И не трогайте друг друга. Займитесь собой для начала. Блять, как на классный час попал. Хози, я тебя сейчас реально в ЧС закину. Сегодня затянулись. В прошлый раз бы тоже. У нас до 8 РТ в любом случае. Нет, в прошлый раз. Кстати, об РТ. Сейчас шмотки гляну.